лидером соревнования. Сейчас на льду Юка Сато, японская фигуристка, чемпионка мира 1994 года. Ее техническая программа под музыку Петра Ильича Чайковского «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». Сато после победы на чемпионате мира 1994 года вскоре стала профессиональной фигуристкой, переехала и живет в Соединенных Штатах Америки, и мы ее видели во многих наших шоу, которые были на нашем канале. И вот есть возможность сравнить Юка Сато, которая уже давно, так сказать, в профессиональном фигурном катании выступает в шоу, и Мишель Кван. Фигуристка, которая продолжает выступать и успешно выступать в любительском фигурном катании. И, конечно, вот это выступление в бесчисленных шоу явно уступает сейчас Юка Сато вот именно в соревновательном моменте. И, конечно же, ее оценки будут ниже, должны быть ниже, чем у Мишель Кван. Ну вот у нее оценки как раз примерно такие же, как у Оксаны Баю, может быть, чуть повыше.
Не случайно, когда в Лиллехаммере в 1994 году многие профессиональные фигуристы пытались вернуться на любительский лед, поскольку это было